Итак, всем здравствуйте, с вами Некрос, и это рубрика «Лего сделай сам». Вы знаете, мне, как обычно, оказалось в мыслях, что все довольно просто, но нет, это как обычно не так. В творчестве на практике все гораздо сложнее. Подручных средств из набора биониклов оказалось не так много. Тем не менее, мне удалось хоть что-то допостроить. Получился у меня вот такой паук. Значит, были использованы ноги ракшей и в качестве хелицеров, да, паучьих лапок. Но мне всегда казалось, что ракши у меня было больше, поэтому пришлось для хелицеров использовать другие детали совершенно. И у меня паук получился такой, как, знаете, как пудж. У него цвета везде разные, в идеале они должны гармоничными быть, да? Но за неимением обильного количества деталей, особенно современных, приходится довольствоваться тем, что есть. Были использованы гривы пустые, да? Под ними ничего нет, от тех же ракшей. И для тела я использовал половинки бороков. Две, по-моему, четыре половинки. Две от черного и две от коричневого. Устойчивость модельки очень хорошая, естественно, ведь четыре ноги все-таки. Это вам не шутка. Ну и, конечно же, голова борока была использована. И масочка внутри, да? Типа это мозг паука. Давайте откроем. Да, открывается нормально. Вот такая вот штука получилась. Так что вот, если вам это дело понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и, возможно, я что-нибудь дособеру еще.